бесперебойник 500-ку, который уже совсем дохлый, придохлый аккум. Вот это вот на холостом, ну то есть выключено. 12,4. Включаем. Вот так вот умирают аккумы. Он сразу пошел в минус. С десятки он уже его не выкинет. Ну и сейчас выбросит его обратно в ребут. Ну то есть выключит. Все. Это аккумулятор уже лет 7. Самое интересное в этом то, что кондеры не дохлые, не вздутые, ничего. Ну то есть кондеры вообще в идеальном состоянии. Все, откинула релюха. Ну и теперь нужно искать вот такой вот аккумулятор для замены. В компьютерных магазинах он будет, конечно же, стоить ого-го. Ну, тем не менее, здесь все на клеммах. Откинули, поставили новый, да и все. Всех делов-то.